всех поздравить. Сегодня, правда, юбилей у Алексея Геннадьевича. И видите, как все пришли, все поздравляли сегодня, я думаю, всех, потому что с утра уже 28-го, я знаю, что 28-го человеку уже, наверное, телефон уже желтый становится, если не красный, потому что поздравляем, потому что Алексей Геннадьевич очень много делает для области, для команды, для Тульского арсенала, и мы довольны, что мы с ними работаем. Прекрасное мероприятие сегодня. Я не ожидал, что будет столько болельщиков. И, конечно, хороший матч. Мы победили. Это тоже положительные эмоции. Конечно, сегодня очень радостный день у нашего губернатора. 50-летие. Мы сердечно всех поздравляем. Вот. И очень замечательная акция сегодня произошла в честь юбилея. Замечательный человек. Очень здорово и душевно. Как игра? Как болельщики сегодня? Насколько они сильны были? Насколько, ну так скажем... Болельщики, я сразу же могу сказать, в Туле самые сильные и самые преданные. Поэтому, конечно, выходить и играть против таких болельщиков – одно удовольствие. Вернее, с болельщиками, не против них, а за них. Самые положительные, то есть болельщики доказывают, что они могут не только кричать на трибуне, но и играть в футбол. Завтра, чтобы больше народу пришло на футбол, также, чтобы мы команду поддерживали, потому что завтра очень решающий матч, если мы выиграем, мы можем выйти в группу лидеров. Надеялись на другое, как хотели победить. А так удовольствие получили, ну, хорошие эмоции. Почти положительно. Если выиграли, было бы гораздо интереснее. И атмосфера такая, много народу, было приятно при таких условиях играть.